Приветствую всех. Я из города Томска, из Западной Сибири. Все? Окей, I start. Скрываясь от стужи, людей и машин, ночной сонный снайпер уходит во мглу. И знает лишь слабое сердце его, что нужен он свету, что нужен он дню. Но снова рассвет, и вот новый век, а снайпер, укрывшись от солнца и неба, спит крепко и долго, ему невдомек, что взгляд его нужен кому-то. Забылись проблемы, мешаются дни, все мысли о вечной вселенной. И страх его слышен, и мысли грустны. Но ради чего все дилеммы? Так можно уехать, можно сбежать от мыслей, тоски и рутины. Нельзя же ведь вечно мечтать и кричать, а нужно начать что-то делать. Но снайпер забылся, уснул наш герой, овеян ночной он прохладой. Огни лишь мерцают, и темной мглой укрыты его эстакады. Спасибо большое. Ну а сейчас на сцену приглашается человек, которого знает, наверное, вся поэтическая тусовка нашего города.